Сегодня делаем макияж коктейль. Начинаем макияж с прорисовки мезоистичного пространства и растушим его по всей длине века. Кистью наносим тени на слегка еще влажный карандаш. Тем же оттенком теней подчеркиваем нижнее веко для более яркого эффекта. Кистью наносим корректор и слегка высветляем кожу. Подушечками пальцев наносим кремовые румяна. При помощи черного и светлого каяла усиливаем эффект макияжа. Подкручиваем ресницы и густо наносим черную тушь. Все как мы любим. Используя карандаш и гель, подчеркиваем брови. Мягкой кистью аккуратно наносим яркий пигмент на внутреннюю часть века. Пудрой для коррекции подчеркиваем скулы, наносим жидкую помаду и равномерно растушевываем ее кистью. Немного пудры, и наш макияж готов!